ни раздражения от нее нету. И она такая, что нужно мало того, что чистить, еще и мыть можно. Вот а он моющий. Да. А у нас такие, они около 6 тысяч. Они в Луганске так все дороже. В Питере около 6. Даже в Питере? В Питере. Здесь я у нас таких и не видела. Я смотрела специально. Ну, Питер по европейской России самый дорогой город. Хотя вот у меня знакомая приехала из Питера, говорит, продукты. Очень дешево, скажу. Все, говорит, полтора в два раза дешевле. Конечно. Картошка. Мы 2 года подряд до сына ездим, да, дешевле. Картошка та же, говорит, в 2 раза дешевле. Ну, кстати, она тоже сибирейного. Ну, хоть Пятерочка, хоть везде каждый день ценники на вот эти вот скидки. А, ну красные, желтые. Желтые, красные, да. У нас мама уезжали, молодая картошка была 60-70, а у них 40. В магазине причем. Ну, вот колбасы да. Вот эти всякие. Вроде ли там выращивают в Питере эту картошку. Да. Конечно же, все привозно. Так мы приехали, у нас здесь клубника была такая дорогая. А у них клубника шикарная, клубника. И клубника, и малина, все там есть и дешевле, чем у нас. Но она хоть клубникой там пахнет, да, или там, или хорошая, хорошая, потому что дети маленькие. Детвора едут. Внуки, невестка такая, что то, что попало, не даст. Она там выбирать, смотри, кто там проверяет что-то. Нет, нормально, все удобная. Казалось бы, да, Украина, где у нас тут все должно быть копеечное. У нас же все это растет. Конечно. В Питер везут, и она становится дешевле. Вот эти дыни, вот эти длинные, вот эти. А, узбекские. Узбекские, какие вкуснючие. Пахучие. Когда мы приехали, купили, пришлось варенье сварить, потому что совсем никак. Там каждый день скидки, каждый день у них вот эти всякие акции. Ну, особенно в конце года, когда надо избавиться от старого товара. Скидки у них хорошие, они там в другой раз даже дешевле, чем по закупке продают. Да. Я прямо удивилась. Второй год подряд мы в магазин ездим. И довольны. Я в Питере уже 30 лет не был. Раньше туда ездил по несколько раз сам. Там родственники были. Единственное, что слишком большой город и слишком сырой.